что, ребят, всем привет. Что у нас сегодня? 7 сентября. Находимся на местном озере. Я даже не знаю, как название его. Недалеко от Сан-Диего. Дальний кордон называется, да. Ловлю сегодня с Денисом. Будем ловить, наверное, на малыгу, а он на свой хлеб с укруской. С яйцом. С яйцом даже. Вот, посмотрим, что будет клевать. Здесь, в общем-то, мы бывали раньше. Ну, здесь есть сазанчик. И неплохой есть. Вот, ну, что-нибудь надо поймать. Так что все, Хирабуна стиль, сазанчик. Поехали. Поехали. Так. Поехали. Мамалыга, да? Мамалыга. Интересно. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Но малышка сварилась. Так, надо еще кукурузку будет открыть. Кукурузки. Где наша кукурузка? Вот она. Кукурузка. Какая она себя. Начнем без запахов сначала, вообще без ничего. Но куемаки вот без запаха клевала. Без замесов всяких там. Просто на ее на родной. Да, обычная, да. Мамалыга. На, держи. Ничем не пахнет. Да, держи я на свою. На свою будешь? Да. Правильно. Посмотрим, на что будет она. О, оно, глубина, ну, метр. Я ловлю на 6,3, Денис ловит на бесконечность. У него с катушкой. Да, ну, слушай, лишь бы что-то поймать, да? Так, сейчас мы это самое дело все увидим, где там поплавочек наш. Вот он. Вот он наш поплавок. Так. Фу, я весь мокрый, честно тебе скажу. Лоб мокрый. Все мокрое. Сейчас другой запах дадим. Запах семечек. Семечки такие, знаешь. Такая паста. Sunflower. Как семечки, знаешь. Запах просто вообще убивает. Потому что все эти пятерки, все эти аминокислоты, они только портят настроение. Нет, что-то там дергает, конечно, ее, но это не удары. Это не удары. Проверенные годами называется. Ух ты, ну ладно. Сейчас что-то будет. О. А у меня на хлеб с яйцом прям уже вообще. Ну да. Сейчас я поставил семечки, посмотрим. О, на семечки сразу. Сразу, блин. Сразу. Надо было камеру взять. А я чуть не взял. Бросили бы, посмотрели бы, что там такое. Да. На семечке как раз она пошла. Пошла же она, да. Да, на семечке она уже пошла. Это фиш, что ли? Да. Это фиш. Да. А, нет, подожди. Карпик. Такой. Хорошенький.
кормит, а? Кормит. Я не хочу его форсировать так сильно. Воздуха должен наглотаться тогда. Сейчас встанем. Смотрим. Да, можно. Ну, что, такая трешечка хорошая. Ну, может, меньше трешки, не знаю, но хорошенький такой. Приличненький такой. Красавец. Красавец. Слушай, ну смотри, какой частяк, а. Ага. Жалко даже. Да? Ну, решили отпускать, значит, будем отпускать. Давай сейчас, подожди, спускайся. Вот полочку сделаю сейчас. Поклевочки, беги. Ну вот, такая, знаете, хорошенькая, чистенькая рыбка. Местные сазанчики. Так, ну что, а фоточку сделать?